Предварительное голосование в Югре стало одним из самых масштабных в стране. Сейчас счетная комиссия региона занимается подведением итогов. По предварительным данным, уже обработано около половины протоколов. На данный момент среди кандидатов в Госдуму по двум одномандатным округам лидируют действующий депутат Павел Завальный и заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. В этом году региональный оргкомитет самостоятельно занимается подсчетом голосов за кандидатов в Думы трех уровней, а также пяти крупнейших муниципалитетов с численностью избирателей более 50 тысяч человек. Это такие муниципалитеты, как Нижневартовск, это Ханты-Мансийск, это Сургут, это Нефтеюганск, Сургутский район. И помимо этого, точно так же в этом году Тюменское региональное отделение партии подводит итоги по выборам в Тюменскую областную думу, а подводим мы. Вот это объяснение тому, чтобы понимание было, почему подсчет голосов ведется на сегодняшний день достаточно долго, и закончим мы его только завтра, так как и положено положение. Хотел бы поблагодарить волонтеров и общественников, которые очень активно работали, как в самом региональном организационном комитете, так и помогали нам. С их помощью мы могли привлечь и открыть новых лидеров.